Привет, Злат. Я тебе рассказывал, что перед нашим свиданием я не спал всю ночь. И на самом деле после свидания я тоже не мог спать. Но это уже было совершенно другое ощущение, потому что я не спал как самый счастливый человек на всем свете. Я тебе настолько благодарен, что ты мне так доверилась. Я теперь целыми днями массажирую, целую твои ножки в себя в голове. И действительно счастлив. Я уехал на свидание одним человеком и вернулся в этот дом совершенно другим. И понял, что не могу и не хочу никому рассказывать про то, что между нами было. Меня терроризирует весь дом, но я чувствую, что это ощущение, эти чувства я готов и хочу оберегать просто от всего мира. А сейчас я понимаю, что я никогда так сильно не хотел церемонии роз, как сейчас, потому что я так сильно хочу тебя увидеть. Я соскучился по твоему запаху и завтра буду делать вот так. До встречи, Златик.